Так, вот идет сейчас приготовление к встрече возможности Oriflame, которую проводят Ирина и Ольга. Сегодня четверг, 18 часов у них начало. И вот они сейчас тут готовятся. Ирина, пару слов расскажи, пожалуйста. Так, значит, мы вдвоем с Ольгой работаем. И на обзвонах тоже вдвоем, к сожалению. Наши консультанты все отдыхают, все на дачах, все, кто куда разъехался. А нам надо работать, нам нужно денег зарабатывать, наверное, только нам вдвоем. Поэтому мы тут сидим. Недавно общалась с одной из уже давнишних консультантов в интернете, и она сказала, что работайте, не сдавайтесь, как ей сказал ее лидер, что летом приходят самые активные консультанты, совершенно поэтому верно. Мы их и ждем. Надеюсь, сегодня как раз они нас и порадуют своим визитом. Так, вы проводите по папке фолдер, да, по старенькой еще. Ну вот я знаю, что Ирина уже посчитала все доходы. Ну-ка, расскажи нам на менеджер. Так, значит, по новым доходам. У нас получается по старому. Вот они. Два варианта. По этому варианту, когда вы, у вас команда из пятерых активных консультантов, и у них у каждого по 5 человек. Раньше при таком раскладе доход составлял 6200 примерно, при заказе каждого на 5000 рублей. И здравствуйте. Да, проходите. Получался 105 400 рублей в год. Теперь при таком же раскладе выходит 9 975 рублей за каталог или 169 575 рублей в год. И еще вариант. Это получается уровень менеджера 15%. При таком раскладе, когда вы на уровне 22%, вы 5 ваших консультантов активных, у них 5 активных консультантов и еще по 5 у каждого. Получается, каждый из ваших консультантов на уровне 15%, вы на уровне 22%. Раньше этот доход был 30 тысяч рублей за каталог или 510 тысяч рублей в год, а сейчас это 38 745 рублей за каталог или 658 165 рублей в год. Ирина, спасибо большое. Вот уже стали гости подходить, поэтому тебе не будем мешать. Встретимся после уже приятия.